Я очень рад сегодня быть в этом городе. Почему? Потому что я помню свою молодость. Здесь первый раз в жизни получил лучшего вратаря среди молодежных команд. Вообще я представляю, что творится у каждого хоккеиста, которые сюда приехали, в сердце. Почему? Потому что я 4 года играл за эту сборную. 4 года. И я знаю, что для них это большой экзамен. И я очень рад, что мы для них действительно делаем большое дело. Все это мы делаем для того, чтобы пропагандировать наш вид спорта, чтобы больше мальчишек и девчонок приходило на хоккейные площадки. Здесь мелочей не бывает. Это чемпионат мира. И мы, конечно, очень волнуемся и хотим, чтобы он прошел на самом высоком уровне. Ну а ребятам пожелаем, всем командам, показать достойный хоккей.